Всем привет. Ну чё, вроде сделал я велик вот этот вот. Дверь довел до ума, чё, в руль затянул, проверил все. Ну, вроде все работает. Сейчас надо колеса подкачать, слабоваты. И все, в принципе, можно прокатиться, попробовать, как он будет. О, фиг еще откручишь, блин. Надеюсь, там мипель нормальный. То сейчас качать начнем, его сорвет. Сколько лет стояло. Так. Вроде качает, нет? Интересно, хоть подкачалось чуть-чуть. Блин, неудобно ручным насосом. О! Нормально. Так, переднее подкачали. Тебе надо заднее подкачать. Да, тяжело, блин. Как же раньше-то качали люди. Ой. Даже запыхался нафиг. Так, ну что, прокатиться осталось. Сейчас жена прокатится. Че, колеса вроде нормально, да или нет? Да. Мягко так едет. Ну, спокойно едет. Побыстрее, че ты как тетери. Давай, а то машина поедет. Ну, блин. Сильнее разгоняйся, чтобы тормоза проверить. Ну, сейчас посильнее-то нельзя. Давай еще раз оттуда разгоняйся по тормозам, по-нормальному только. Давай порезче, тормозами работай. Давай. Ну все, ребят, кому надо такую технику, обращайтесь в личку.